Ferrari тоже две. Лево, да? Лево, да. Это вертолет кузов. Это стенд редуктор ПМ, они там кидотными редукторами управляют тем, что понимаете. Липовая гора героя Пусана, Бахтинский элеватор, Камышево, Левее, Куроковый, четыре белых куда выделяем от Куполи. Дальше Булатовский лес, Барковый, железнодорожный мост, замечательный. Левее, Красавик, ну и за Камой, соответственно. Поселок железнодорожный, Прокстарт, его заказывают. Справа новая телевышка в проекте Плотино-Камский ГЭС. Левее молодежная, левее Гаева, правее молодежная. Внимание, растяги. Удобно сидите? Да. Или поглубже надо заехать, можно залезть. Поглубже залазьте, прямо как кресло будет. Где-то вот у нас визуально метров 500. Вон Добрянскую ГРЭС видно. Видите две трубы под горизонтом? Да, здание, да, да. Две трубы. 30 км отсюда, это сколько там? Думаю, сегодня. В другую сторону, вон купол Белогорского монастыря видно. Вот видите повышение рельефа у линии горизонта? И вон пупырь такой. Ага. Вот это он. Когда на него солнечный свет падает, он золотистый свет. Вон лесной пожар. Справа часовая, да. Мысь стрелка. Вот она вот так оттуда течет, блядь, сюда впадает. Ну что, качаемся? Качаемся. Мало ли будет некомфортно, говорите, хорошо? Хорошо. Давай разворотим. Нормально, нормально. Что?
нет, строили мы тоже. Да? Мы как-то летали над ним на моторном аппарате. Приходит мужик, слушайте, говорит, у нас конкурс фотографии, лучшие фотографии. Давайте, говорит, мы выставим курами слово магнит. А вы, да. Мы, говорит, с вами потом слетаем и сфоткаем, типа, на конкурс. Говно, вопрос, полетели. Вот мы с ним летели в Италии, высоко, низко, как он, как только он там не фоткал. Ну ничего, прикольно, конечно, что курами магнит. Но. Это такая грандиозная постройка. Ну, где-то. А вон, заходит самолет. Вот сейчас над дорогой пролетит. Видно? Да. А я вот когда строил там, в общем, я видел самолет, и за ним как бы... Планер. Планер, да. Есть. Летают, они сейчас летают. Его цепляют, и его планируют так же. Смотрите, заходим на посадку. На посадке немножко надо будет уголочек поднять, да. Ага. Пока рано, я скажу. А, там прям готов. Пошел, пошел, пошел. Будем садиться на... У вас там подушка безопасности, airbag полноценный. Будем садиться на вашу подушку и на мои ноги. Все ясно. Вы видели, да? Да, да, да. Главное поймать пассажира. Ну, вот кто-то еще на взлет пошел. Он тоже двухместный аппарат. С кем-то из ваших тоже, наверное. Ну, полетели. Который сейчас зашел, с него тоже прыгают? Нет, это учебный. Вот он. Вот там с кукурузника только, да? Короткое интервью после приземления. Все круто. Нравилось? Да. Все. Нормально. Классно. Камера.